Извините, мне нужен дом 3, строение 2. Не подскажете? Это прямо, направо и еще раз направо. Извините, я запишу. Вы знаете, мне в ту же сторону, я вам покажу. Да вы не бойтесь, я не грабитель. Вы знаете, излишняя осторожность еще никогда никому не помешала. В наше время. Что у вас там, сокровища? Миллионы. Жена мне всегда дает этот портфель, когда я на работу иду устраиваться. На самом деле он у меня пустой. А кем вы работаете? Бухгалтером. Ага. Но работаю не по специальности. Почему? Возраст мой уже не котируется, и по специальности работы нет. Я уже никому не нужен. Печально. Не то слово. Из квартиры выселяют. Сын вообще за человека не считает. Жена вообще. В общем, полный букет. Я уже вешаться собрался. Да вы что? А тут предложение. Удивительное, замечательное предложение, выгодное. Предложили поучаствовать в каком-то эксперименте. Ну, я, каком именно, я вам сказать не могу. Ну, разовая оплата. Мне заплатят хорошие деньги. Ну, это же хорошо. Ну, прекрасно, конечно, прекрасно. Конечно, да прекрасно. Как вы думаете, им можно верить? Верить? Нельзя. Надеяться можно. Хорошее изречение. Можно я запишу? Дом 3, строение 2. Да... Пойдемте, я так думаю, нам с вами и дальше по пути. Верить нельзя, надеяться можно. Нам вниз, по лестнице. Надо же. Ну вы идете? Иду, иду. Здравствуйте. Это я вам звонил. Марк, пожалуйста, пройдите в соседнюю комнату. Пройдемте. Очень приятно. Да, мне тоже очень приятно. Здравствуйте. У нас, к сожалению, мало времени, поэтому, если вы не против, то давайте сразу перейдем к делу. Хорошо? Хорошо. Итак, Фред, сейчас я вам все объясню. Прошу вас. Итак, Центр военных научных исследований проводит эксперименты по изучению ассоциативной и аудиальной памяти. Фред любезно согласился ассистировать нам в нашем эксперименте. Итак, Марк, я вам сейчас объясню, что требуется от вас. Вначале Фред продиктует вам ряд ассоциативно спаренных слов. Например, красный шар, маленькая девочка, сладкий торт, ну и так далее.
Вы должны их все запомнить. Затем Фред будет диктовать вам только первое слово. Например, «маленькое». И давать 4 варианта ответа. Вы должны будете вспомнить то слово, которое составляет пару. В нашем случае это «маленькая девочка». Ответ вы будете давать, нажимая вот на эти кнопки. 1, 2, 3, 4. Если вы отвечаете правильно, все хорошо. Если вы отвечаете неправильно, то вы получаете удар током. Так что в ваших же интересах запомнить все эти пары слов. Крепление на ваших руках – это для вашей же безопасности. Они подключены к электричеству. У вас есть вопросы? Нет, все понятно. Единственное, я считаю, необходимо заявить о том, что пару лет назад я проходил медицинское обследование, и врачи нашли у меня небольшой дефект сердечной деятельности. В связи с этим я хотел бы узнать, насколько сильными будут удары током и насколько они опасны для здоровья. Значит, удары током могут причинять некоторую физическую боль, но для здоровья это безопасно. У вас есть еще вопросы? Нет. Отлично. Фред, возьмите, пожалуйста, список. Угу. И пройдемте в соседнюю комнату. Фред. Удачи. Присаживайтесь. Итак, Фред, это устройство электрического тока. Если вы повернете рычажок сюда, то Марк получит удар электрическим током. Если повернете сюда, то действие тока прекращается. Сейчас мы включим аппарат, и вы на себе испытаете пробный удар током. Я на себе? Да, ну мы считаем это справедливым. Ну, вы же должны знать, что там будет чувствовать Марк. Давайте попробуем. Конечно. Но скажите честно, это не опасно? Нет, это не опасно. Итак, приготовьтесь, Фред. Я даю незначительный удар. Раз. Ай! Это от неожиданности. Да-да-да-да. Разве вам было больно? Да нет, как-то неприятно, некомфортно. Да, ну честно, это не опасно? Нет, это совершенно безопасно. Вы же вздрогнули от неожиданности. Это нормальная реакция организма. Давайте перейдем к инструкции. Итак, перед вами список. Вы один раз читаете его до конца. Чтобы Марк слышал, пожалуйста, говорите в сторону микрофона. Вас должно быть слышно очень хорошо. А потом вы переходите ко второму списку. Там одно слово, 4 варианта ответа. Марк отвечает, нажимая на кнопки, а перед вами будут зажигаться вот эти лампочки. Вот номер 1, номер 2, номер 3, номер 4. Угу. Если ответ верный, вы говорите «верно» и переходите к следующему вопросу. Если же ответ неверный... Говорю «неверно». Правильно, и щелкаете рычаг. Марк бьет током. За каждый неправильный ответ вы увеличиваете силу тока при помощи этих тумблеров на один шаг. Соответственно, первый неправильный ответ – это 15 вольт, потом 30, ну, 45, 60 и так далее. По-моему, все понятно? Да понятно. Марк, внимание! Мы готовы начать эксперимент. Марк, слушайте внимательно и запоминайте. Список ассоциативных пар. Горячая кружка. Смертельная доза. Быстрый конь. Длинный путь. Мокрый асфальт. Безумный поступок. Вкусный чай. Полный набор. Итак, Марк, безумные варианты. Ход, пес, человек, поступок. Все верно. Вкусные варианты. Обед, апельсин, напиток, сорт. В
Все верно. Так. Быстрый автомобиль, быстрый мотоцикл, быстрый конь, быстрый самолет. Ну вот, неверно. Неверно. Вы получаете 15 вольт. И назад. Неверно. 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 И снова неверно, и вы получаете 75. Он там вскрикнул, кажется. Марк! Марк! Выбирайте! Грустный клоун, грустный вечер, грустный ребенок, грустный финал. Ответ неверный. Правильный ответ – грустный клоун. Простите, вы получаете 105 вольт. Сколько можно это продолжать? Столько, сколько необходимо. Как это понимать, сколько необходимо? Фред, продолжайте, пожалуйста. Ну, я не понимаю, ничего не понимаю в этой штуковине. Вы поймите, я не знаю влияния электричества на человека. Я... Ему больно. Вы понимаете, ему очень больно. Фред, эксперимент требует, чтобы вы продолжали. Так, Марк, идем дальше. Красивый пейзаж, закат, автомобиль, жест. Неправильно. 150 вольт. Правильный ответ – пейзаж. Откройте дверь, мне плохо! Извините, мне все-таки кажется, мы должны узнать, что там происходит. Эксперимент не может прерываться. Продолжайте. Я же вам говорил, что это может быть болезненно, но для здоровья это не опасно. Но ему плохо. Он кричит, что ему плохо. Вы не можете срывать научный эксперимент. Если вы остановитесь, наш договор будет аннулирован. Слушайте, кто будет отвечать, если с ним что-то случится? За все отвечаю я. Продолжайте. Значит, вы за все несете ответственность? Да. На вас нет никакой ответственности. Тогда простое. Варианты предложения, ощущения, общения, понимания. Ответ неверный. 165 вольт. Ответ неверный. Выпустите меня, пожалуйста, я умоляю! Я хочу прекратить это! Нет, Фред, у вас нет выхода, успокойтесь. Вы должны продолжать эксперимент. У него больное сердце. Да. Пожалуйста, продолжайте. Мы должны его пожалеть. Нет, Фред, мы должны продолжать. Продолжаем. Мрачный. Варианты: свет, день, вид, фильм. Неверно. Правильный ответ – свет. Это будет 180 вольт? Да. 180 вольт. Выпустите меня, неужели вы меня не слышите? Прекратите это!
летающая, варианты: птица, машина, ведьма, тарелка. Если испытуемый молчит, то это приравнивается к ответу «неверно». Как? С ним что-то не в порядке. Я не могу, не могу, не могу, Фред, не Фред, могу. Фред, это научный эксперимент. Мы выбрали именно вас для того, чтобы вы нам помогали, а не срывали его. Это ваша работа – нам помогать. Птица, машина, тарелка, ведьма, летающая. Марк, 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 не молчите. Ну не молчите, я прошу вас, не молчите. Да, я вас слушаю. Да, конечно. Марк, Марк, вы слышите меня? Правильный ответ. Птица, птица. Да, само собой. Вы слышите меня? Продолжайте, пожалуйста. Можно я повторю? Он не расслышал. Да, наверное. Повторите. Марк, птица, машина, ведьма, тарелка. Мягкие волосы, перчатки. Нет, я не могу, я не могу. Не могу, не могу. Вам всего-навсего надо открыть дверь и посмотреть. Во время эксперимента это запрещено. Что я могу сделать для него? Вы должны продолжать. Эксперимент не закончен. У нас нет окончательного результата. Вы должны прекратить все это. У нас нет окончательного результата. А что такое окончательный результат? Окончательный результат – это задать 30 вопросов, получить 30 ответов. Продолжайте! Марк! Легкий. Парус. Ход. Вес. Шаг. Марк, не молчите. Я прошу вас, Марк, умоляю вас. Марк! 220 вольт. Это был мой последний вопрос. Спасибо. Эксперимент закончен. Сколько было правильных ответов? Вы посчитали? Ровно 10. Допустимо. На каких фразах были основные сборы? 5, 8, 10 и дальше по нарастающей. Марк! Марк! Я освобожу вас! Фред, успокойтесь, с Марком все в порядке. Все в порядке? Да вы убили его. На рычаг нажимали вы. Вы понимали, что он может умереть. Почему вы не остановились? Ну, я выполнял ваши приказы, я ваши указания выполнял, ваши просьбы, но я не убивал. Нет, Фред, это вы нажимали на рычаг, и вы могли остановиться, и вы этого не сделали. Я умоляю вас, отпустите меня. Еще раз спасибо. Ваши деньги. Нет.
Все хорошо. А ведь вы действительно могли его убить. Вы полностью подчинились моим указаниям. Почему? На сегодня кто-нибудь есть еще? Никого. Генерал к вам идет. Здравствуйте. Спасибо, вы свободны. Все идет успешно? Да, на сегодня все. У входа человек. Это который? Это был номер 15. Он здоров? Нет. Здоровых нет. Отлично. Вот списки новых. Продолжайте. We'll be right back.
Red car, my old mama. That's the way you. Red car, my old mama. That's the way you. Red car, my old mama. That's the way you. Red car, my old mama. That's the way you. Red car, my old mama.